Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы находимся на одном из киевских озер, которое называется озеро Редькино. В народе это озеро больше известно как Министерка. И сейчас мы будем ловить окуня на микроджиговые приманки. Вот, поймали окунька. Клюнул под самым берегом на довольно длительной паузе. Ну, я так понимаю, что, в принципе, шел с глубины и смотрел на приманку. Окунь сейчас пассивный, хотя не понимаю, почему. Вода еще не остыла, погода хорошая, но требует достаточно нежной проводки вялой и больших пауз. Вот такой вот маленький, но приятный. Сейчас пробуем поймать окуня под стенкой камыша. Тут недалеко от камыша находится свал в глубину. Вот, как правило, в таких местах окунек держится. Сейчас проверим, есть ли он здесь. Проводка аккуратная, с паузами, без резких движений. Не хочет он активную проводку. Упи. Вот уже окунек покрупнее, что не может не радовать. И аккуратно отпускаем рыбку. Опа. Как интересно получается, маленький, больше и еще больше. Это уже приятная рыбка. Ждем побольше. Микрозаючик мы обловили, поймали несколько активных окуньков. Пойдем дальше, поищем новое место, более крупная рыба, если повезет. Одна поклевка, один сход и все, клевать не хочет. Поищем другое место. Еще один полосатый разбойник попался на нашу приманку. Отпускаем нашу рыбку. Рыбку отпускаем аккуратненько. Не бросаем в воду. Нежно опустили, она уплывет. И в дальнейшем подрастет и будет дальше радовать нас своими поклевками. Проверяем дальше. Рыбка есть. Она не может не есть. Наступила осень, октябрь, вода остывает, рыба становится более пассивной. И уже поймать ее не так просто, как летом. Нужно подбирать и приманку, и проводку. Но
тем это и интереснее. Если бы на рыбалке клевало каждый день и каждый раз заброс, это было бы просто неинтересно. А так не клюет, не клюет, не клюет. Подбираешь, меняешь. И оп, твои труды вознаграждаются поклевкой. Это очень приятно. Я вообще люблю такую пору года. Вот осень золотая. Еще не так холодно, но уже и не жарко. Туманы, паутинка летает. Дымка такая, небо прозрачное. На природе находиться в это время одно удовольствие. Даже если не очень клюет, все равно отдыхаешь, заряжаешься позитивом на целый день. Перед работой можно выскочить на пару часов. Чем прекрасен ультралайт и городская рыбалка? Ты можешь в любое время выйти на озеро, на залив, на речку, на любой водоем. И поймать какую-то рыбку. Одну, две, 10, 20. И с зарядом бодрости, с хорошим настроением, позитивом отправиться на работу. Сегодня я взял с собой спиннинг для микроджига, более заточенный, длиной 2 метра 4 сантиметра, с заявленным тестом от 0,5 до 5 грамм. Тест честный, анимация приманок в пределах этого теста вполне комфортная. Катушка размером 3000 по классификации Shimano с мелкой шпулей с индексом S. Шнур 0,4 по японской классификации. Шнур можно и тоньше, но меня устраивает этот. Есть шнуры и 0,3 и 0,2, но это уже чистый спорт. Там и ценник зашкаливает. Но оно востребовано. Для спортсменов оно востребованное. Для ловли на микроджиг я в основном предпочитаю шарнирный монтаж приманок, но есть некоторые приманки, на которых я предпочту всегда классическую джигу. Это маленькие виброхвосты размером 1,5 дюйма. Вот на них почему-то лучше клюет, если монтаж классической джигой. Это не только у меня, не только мое наблюдение, мы так с друзьями общались. Это, скажем так, факт доказанный. Спиннинг у меня с тубулярной вершинкой, без вклейки, но вершинка очень мягенькая, информативная и позволяет выполнять различные виды анимаций пассивными приманками. Легенькие подбросы, волочения. Это все спиннинг выполняет очень замечательно. Я не чувствую никакого дискомфорта. Многие используют спиннинги для микроджига с вклейками. Мне это не очень нравится, но, как говорится, на вкус и на цвет фломастеры разные. Для сегодня это уже, можно сказать, бонус. Приличный окунек. Взял по классике под камышом на самом свале. Хорошая акцентированная четкая поклевка и... вот такой полосатый красавчик у нас на крючочке. Отпускаем рыбку на волю. Приятно. Хорошее место, но присутствуют зацепы. Ну, соответственно, в таких местах и стоит окунечек. Какие-то коряшки, корневища, камыша, да и просто упавшие ветки в воду.
там, где можно ему спрятаться, отдохнуть и посидеть в засаде. Скушать неосторожно проплывающего у него малька или же нашу очень медленно, соблазнительно прыгающую по дну маленькую приманочку. Вообще озеро достаточно специфическое, ну как и все киевские озера. Озеро глубокое, глубины до 20 метров есть. По моей практике знаю, что тут есть окунь, щука, карась, сазан, судака видел. Верховодка, естественно, устера, устирка, плотвичка, лещ. Жерех, возможно, не видел давно. В основном в уловах спиннингиста. Это окунь, щука. А, ну и, конечно, как я мог забыть, вездесущий бычок. Вот мы подошли на новое место. Интересное местечко. Чем примечательное? Что идет стенка камыша, и мы можем бросать четко до стенки камыша. Как правило, в таких местах держится рыба. А вот ее наличие мы сейчас и проверим. Анимацию приманочки я делаю спиннингом. Катушка всего лишь выполняет роль подматывания слабины шнура. Все подбросы, подкиды, волочение, все кончик спиннинга отрабатывает. Катушка в этом не участвует. Начинаем анимацию. Два коротеньких подбросика, пауза, подматываем слабину. Подбросики, пауза. Можно просто подтянуть. Плавные подтяжечки. Несколько. Пауза. Пауза. Очень часто окунь пассивный особенно, просто подбирает приманку со дна без какой-либо поклевки. Она просто не ощущается. И при последующей анимации выясняется, что там уже сидит окунь. Вот. Есть. Хорошая была поклевка, четкая такая, тычок. Не как обычно бычок. Теребить, 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 пока не всосет. А это... злой. Встало солнышко. Начинает потихоньку прогревать. Туман рассеялся. Уже даже стало видно противоположный берег. А то было как в молоке ходишь. Как видим, на том берегу тоже достаточно количество рыболовов. На вымысках сидят, ловят какую-то мирную рыбу на удочке или на фидер. Там вроде тоже спиннингист какой-то ходит по берегу в сапогах. Люди отдыхают. Несмотря на то, что понедельник и день рабочий. Так, рыба клевать у нас немножко перестала. Попробуем поменять приманку. Приманку поставим тоже пассивную, но немножечко покрупнее и другого формата, а именно нимфочку. У нас был октопусик маленький, поставим нимфу. Может быть, она поможет нам расшевелить пассивного окуня. Попробуем. Не клюет, вышло солнышко. Возможно, рыба предпочла перейти в более затененное место. И мы поменяем место. Будем искать рыбу где-то в тенечке.
Тишина. На нимфу не клюет. Попробуем вернуть обратно нашу приманку. Вообще Киевские озера достаточно специфические по рыбе. В каждом озере рыба живет по собственному распорядку. Совершенно иногда непредсказуемое поведение и активность, и клев. Почему так, неизвестно. Одинаковые озера находятся буквально в сотни метров друг от друга. И тип озер одинаковый, карьерного типа, то есть глубокий, резкий свал от берега, а на одном клюет, а на другом, ну, такие же условия, точно, такой же берег, все, глухо, ноль, не клюет. У меня озеро под домом есть, там вообще рыба интересная была. Утром окунь не клюет, вечером тоже, ну как, клюет, но поимки такие, трудовая рыба очень. А вот летом с 12 до 3 у нее пик жора, именно жор, рыба ест и попадались очень довольно приличные экземпляры. С чем это связано, я не знаю. И учитывая, что в этом озере окуня большое количество, я ни разу не видел окуневого котла. Ни разу. Хотя верховодки много. Тоже как бы парадокс. Будем искать. Трудовая рыбалка началась, очень трудовая. Ну, не теряем надежды. В итоге еще подводить рано по рыбалке, но вот заметил такое, что рыба хоть и пассивная, но если она есть, то она отзывается максимум на второй проводке, каким-то тычком, подбросом. Как правило, на первой же проводке, если рыба есть, она отзывается. Вот, то есть я так понимаю, что на новых точках 2-3 проводки сделал, рыба не отозвалась, надо менять место, собирать активную рыбу. Назвать эту рыбу активно нельзя. Абсолютное полное спокойствие зеркала воды. Даже малек не играет. Но будь давление. Ожидается перемена погоды послезавтра. И, наверное, рыба это сильно чувствует. Окончание бабьего лета и начинается осень. Холодная, дождливая, противная. Вернулись мы на место, где у нас с утра по туману попало несколько симпатичных окуньков. И вот на первом же забросе был контакт. Что говорит о том, что место нами найдено было очень перспективное. И рыба тут стоит практически постоянно. Наша задача ее расшевелить и заставить клюнуть. Поклевка на первом же забросе как бы опять подтверждает тезис о том, что если рыба есть, даже пассивная, при правильном подборе проводки и приманки она каким-то образом всегда себя проявит. Прижмет, подбросит, тычок, но ты будешь понимать, что проводка и приманка выбраны правильно. Рыба есть, надо уговаривать. Ну и окунь сам по себе рыба любопытная, она редко пропускает мимо себя приманки. Доходит до того, что он может сопровождать приманку до самого практически уреза воды, а потом резко с жадностью ее схватить и попытаться убежать. Но крючок-то не пускает.
Вот была у нас поклевочка. Наверное, окунек стянул приманочку. Сейчас мы ее проверим. Да, она находится в неправильном положении. Сейчас мы ее поправим. Вот. После каждой поклевки нужно проверять приманку, потому что окунь ее стаскивает. А при неправильном положении она не будет играть и не будет привлекать рыбу. Это дело надо контролировать. Что было примечательно? Вся рыба была поймана на одну приманку. Смена приманок на другие типы, формы и размеры никакого результата не дала. Поклевок не было вообще. Рыба предпочитала пассивную проводку и пассивную приманку. При этом поклевочки были очень нежные и аккуратные, но на вываживании рыбка вела себя очень активно, что не может не радовать. Мы прошлись по берегу, половили рыбу, подышали свежим воздухом, получили заряд бодрости, оптимизма на весь рабочий день. Ловите рыбу, получайте удовольствие. Но относитесь бережно к природе, не берите больше, чем вы можете съесть. С вами был Александр Радченко. До новых встреч на телеканале «Трофей».